Конечная, парни. Дальше пешком. Минувшие дни. Сомневаешься, Игорь? Не волнуйся. Скоро будем дома. Далеко нам, Игорь? С минуту на минуту. На 10 часов. Эй, там, не зевайте. Любопытство убило кошку, Антон. Давай двигать дальше. Миша, мы не сможем. Огонь, огонь отрезает нам путь назад. Надо отступать. Давление в рукавах слишком низкое. Быстро, бегом, на нижние этажи. Эй, Игорь, возьми себя в руки. Сосредоточься. Значит, по плану мы перебираемся через ограждение станции и двигаем прямиком в канализацию. Так? Канализацию? Почему всегда в канализацию? Хорош сучиться, Антон. Шевелись. Настоящая спецоперация. Что может пойти не так, а? Бойцы НАР могут пойти не так, Антон. Игорь, если все полетит к чертям, ты, главное, не высовывайся. Давай без геройства на этот раз. Конечно. 10 лет по сибирским лагерям. Они многому научат. Ладно, Игорь. Дамы вперед. Давай вперед и к звездам. Дерьмо! Игорь, прячься! Черт! Найди вход в канализацию. Встретимся там. Проклятье! Нет здесь никого, я же говорил. Грузовик, который мы обнаружили. Его еще проверяют, надо отцепить периметр. Так, вы двое. Хорош болтать. Будьте начеку. Этот грузовик сам по себе не приехал. Кто-то в нем явно был. Оставайся в тени. Я же говорил. Да уж, легкая работа. Сторожить хрен знает что у черта на рогах. Никто не выкупит, что мы напились. И то, что надо. И не говори. Ага. Так это здесь. Да. Спускаемся оттуда прямиком на станцию. Хорошо. Я иду первым. Антон, прикрой меня. Так точно, сэр. Оливер, сэр.
Радиоактивные отходы. Игорь? 3, 6, да. Так себе, конечно, но не катастрофа. Мы в безопасности. Игорь, ты уверен, что эта штука работает? Да. Нужно только немного чернобылита. Минерал, который хранится в адски радиоактивном помещении реактора. А еще его охранять половина армии НАР. Конечно, нет проблем, Игорь. Может, прибавку сделаешь, а? Мы еще далеко от четвертого реактора. Радиация слишком большая, бросайте его, спасайте сами. Здесь. Прямо тут. Не двигается. О боже! О боже! Эй, откройте дверь! Выпустите меня! Выпустите! Александр Борисович, кто-то должен пройти туда и открыть двери вручную. Начинаем в стиле спецназа, ага? Антон, бери левого, а я позабочусь о втором. Оливер, дай я это сделаю. Уж с русскими-то я справлюсь. Ладно, дело твое. Я тебя прикрою. Слезы под дождем. Отличная работа. Для мозговика, конечно. Пункт управления реактором. Давно не виделись. Последний раз я тут был, когда плавился реактор 4-го блока. И... Эй, в этот раз давай безъядерная катастрофа, хорошо? Хорошо, Игорь. Какой у нас план? Выломать терминал и проверить, работает ли кнопка АЗ-5. Игорь, не надо. Что? Почему, Татьяна? Что-то не так? Ты с кем разговариваешь? Да так, ничего. Болезненные воспоминания. Ты в порядке? Да-да, я просто сейчас все сделаю. Хорошо, поторопись. Вперед, в помещение реактора. Товарищи, без паники. Это незначительная утечка. Все под контролем. РБМК-реакторы не взрываются. Пожалуйста, оставайтесь на своих местах. Сейчас взорвется. Радиоактивное облако накроет пол Европы. О, боже. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, и на небе. Меня сейчас вырвет. Смотрите в мои руки. Смотрите. Смотрите, что вы сейчас со мной сделали! Что с радиацией? Ну, нам бы лучше поторопиться. Точно. Еще 5 минут, и я засияю. Ладно, парни. Вы не вините меня, если очень светится, или лишняя пара ноток растет. Останусь-ка я здесь. Безопасность.
холодный. Ты уверен, что радиация низкая? Боишься, что хвостик вырастет? Да нет, все равно. Так как оно работает? Это твое устройство. Это устройство создает трансцендент-диакционное отображение пространственно-временного континуума. Асимптотическая проекция множества колобиялов модифицирует само антидея ситером пространства. Короче говоря, порождает мост Хокинга. Что? Искривляет пространство и время. Он требует невероятного количества энергии, а Чернобылит — ее бесконечный источник. Говоришь, как суперзлодей из плохого фильма. Да, я могу приготовить целебную мазь. Кого? Мою невесту. Она пропала здесь, в Чернобыле. 30 лет назад. Да, полное безумие. А у нас совсем нет времени на подобную чушь. Вот дерьмо. Оливер! Оливер, черт, где ты? Черт побери, Игорь. Я думал, этот ублюдок схватил тебя. Он Антона убил. Слышишь? Боже мой. Мне так жаль, Оливер. Антон. Антон был хорошим парнем и хорошим бойцом. Он погиб ужасной смертью. Да что это, черт побери, было? Кто этот ублюдок? Я не знаю, но он умеет телепортироваться. Должно быть, это трансцендент-биакционная проекция пространственно-временного континуума. Вот дерьмо, только не начинай опять. Нет, никакой научной лабуды. Прекрати, а то у меня голова взорвется. Где мы, черт побери? Внутри. Внутри чего? Ничего, дело не в где или когда, мы внутри точки сингулярности. Везде и нигде одновременно. Ага, конечно. Нам надо убираться отсюда. Уверен, тот парень идет по следу, а у меня ни малейшего желания еще раз с ним встретиться. Так что, куда нам? Где выход? А, да, ты прав. Конечно, чудеса могут и подождать. Смотри, вон там, вон выход, видишь? Вижу. Тогда давай встретимся у Михаила. А, черт! Моя рука так болит, сломана. Я убью тебя, ты ублюдок в черной маске, за Антона. Ошибка. Основа нашего. Неужели это я сделал все это? Ну, наконец-то, старина. А ты мне уже нравишься, бунтарь.
Не стал ждать, как я тебе сказал. Не просто оказалось тебя сюда заманить. Теперь, когда ты меня слушаешь, он хочет проверить тебя. Чего ты стоишь, избранный ли ты, мессия ли, бла-бла-бла. Ты так шутишь, да? Типа того. Но старый безумец и правда хочет тебя испытать. Ты кто вообще такой? Я не с тобой говорил по радиосвязи. Так и есть. Я просто скромный вестник. Он стоит за всем этим. И последний совет. Я бы не тряс его клетку. Он крыс убивает просто для развлечения. Встанешь у него на пути, и бог знает, что случится. Thank you.